Привет всем, друзья! Сегодня у нас очередная посылка, две посылки даже, из Китая. Одна из них это такая вот пленочка для автомобиля на фары. То есть тонируем фары в разные цвета. Ну и вторая это у нас должны быть очки. Очки тоже для спорта, для велоспорта, для туризма, для автомобилизма, ну и так далее. Ну и давайте начнем. Начнем мы с чего? Давайте начнем с очков. Такая вот легенькая посылка, но довольно-таки объемная. Угу. Вот такой вот чехол. Очочки у нас от марки Coretech. Прикольно сделан. Довольно-таки, вот на первый взгляд, такой прикольный, надежный, очень твердый, из такого материала интересного. Вот, под прессом, видно, всю эту форму делали. Ну, неважно. Оранжевый такой замочек. Делают нам легкий намек, типа, ребята, это спорт. Вот, ну, посмотрим, на самом деле, какой это спорт. Давайте откроем. Так. Значит, это у нас очки. Ага, смотрите. Тут у нас еще такие кармашки. Что интересно, друзья, я вот заметил, сейчас кармашки на липучке. То есть они отстегиваются. И обратно пристегиваются. Очень такая вот мягенькая. Вот я даже бы сказал, что эти можно протирать очки непосредственно. Вот эта ткань, вот она очень, но очень такая вот приятная. То есть это, скорее всего, сделано из той тряпочки, которая предназначена для протирания. Смотрите. Да, это прикол. Я оторвал липучку, ребят. Все-таки не все так качественно, как кажется. Да. Что ж, придется, скорее всего, ее опять там присобачить чем-то, что ли. Неожиданно, конечно. Вот. Ну, что ж. Не очень меня это порадовало, конечно. Ну, ладно. Продолжим. В кармашке на что-то есть. Ага, в кармашке у нас еще идет вот такой в комплекте. Чтобы мы не потеряли свои очки. Вот. Ну и что? В общем, расстроила меня эта вещь, конечно, немножко. Но не важно, давайте смотрим. Главное все-таки очки. Какие же у нас очки? Фирменный чехольчик Coretech. Вот видно, да? Все на резиночках у нас. Нет, на шнурочке просто. Угу. Вот такие вот очочки. Ага, 4 размера. Ну, ребята, я размер не имел возможности выбрать. Мне просто прислали 3 размер. Не спросили, ну да ладно. Все равно, как бы, очки мне нравятся, я вижу, что, в принципе, размер мой. На самих очках вот такие вот пленочки. Ну, защитные, очевидно, да? Причем такие же пленочки и изнутри. Конструкция вся чуть-чуть потрескивает, ну, это пластмасса. Что тут говорить? Стеклышки наши тоже пластмассовые. В данном случае у нас тонировка такая вот серо-коричневая. Ну, очевидно, и под цвет сами у нас ушки. Ничего здесь не пружинит, никак не подстраховано. То есть, самая обычная, самая простая конструкция. Вот. Ну, так вот, где-то для туризма убивать. Ну, чтобы не жалко, наверное. Ну, да, хорошая вещь, в принципе. Вот. Ну, не будем на этом останавливаться. Давайте перейдем все-таки к осмотру нашей пленки. Вот. Вот такая вот пленка. Давайте распакуем. Не хочется вот ее как раз как-то так неправильно распаковать. Потому как я не знаю, насколько она там длинная. Упакованная, вижу, неплохо. Даже очень. То есть китаец упаковал неплохо. Но... Друзья, кто его знает, сейчас мы отрежем кусок, да, упаковки.
Окажется, отрезали кусок вместе с пленкой. Поэтому... Ага, в середине еще пакет. Так что давайте подденем как-то изнутри, что ли. Вот так. О, получилось. Вот такая вот пленочка. О, тут ее запаковали так. Ну что скажу, главное, что не мятая. Главное, что не мятая. Желтого цвета. Видно, да? Почему желтую заказал, друзья? Ну, мне нужна, как бы, была такая пленочка, имитирующая противотуманные фары. Вот. Поэтому именно желтый цвет. Называется он Golden, то есть золото. На самом деле, ну, не сказал бы, что уж очень такое золото. Что радует? Что не помятое. Как правило, друзья, упаковали, видите, в пупырышки, плюс вот та вот упаковочка еще верхняя. То есть довольно-таки качественно и хорошо. Ну, за что, конечно, китайцам определенный респект. Вот обращайте на это внимание, тому как другие производители, китайцы, они... производители, говорю, торгаши. Вот. Они, как правило, отправляют пленку плохо упакованную, всю измятую. Ну и, соответственно, ту, которую мы уже не будем использовать. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим дальше. Дальше будет интересно. А пока что всем пока. До новых встреч.